Работа найдется всем. В Ивановском доме национальности состоялась молодежная ярмарка вакансий для выпускников 2016 года. В ней приняли участие представители 14 ивановских и владимирских предприятий и организаций. Открыты вакансии продавец, швея, слесарь, инженер, кондитер и другие. Всего в банке вакансий служб занятости региона свыше 7,5 тысяч рабочих мест. Кто-то пришел на ярмарку из-за неудачного самостоятельного опыта по поиску работы. Кто-то даже присматривает место для дополнительного заработка на будущее, как, например, альтернативу службы по контракту. Найти себе какую-нибудь подработку. Может быть, передумаю и пойду работать. Ну, что предложат? Есть что понравится. Что-нибудь связанное с моей профессией, типа программированием или компьютерными системами. Статистика показывает, более 30% молодых людей, обратившихся за помощью в поиске работы, находят варианты трудоустройства. Было бы желание, но часто запросы о размере заработной платы не совпадают с реальными предложениями. Конечно, всем хочется получить не просто интересную работу, а высокооплачиваемую работу. Вот, но, наверное, надо, чтобы стать хорошим специалистом, пройти все ступени, и вот тогда уже появится и имя, и заработок, и интересная работа. Тем, кто не нашел работу мечты на этой ярмарке труда, специалисты Центров занятости населения советуют заглянуть на портал «Работа в России». Здесь множество интересных вакансий по всей стране. Любовь Почерникова, Андрей Семёлков, РТВ Иваново.